Вы знаете, однажды в нашей истории была грубая ошибка, когда Иосиф Виссарионович Сталин боялся нарушить договор с Германией, поэтому эшелоны с нефтью, зерном продолжали идти в сторону Германии, когда война уже началась. Все считали провокацией. Давайте так. Во-первых, мы заключили договор и дали слово. Слово надо выполнять. Только тогда у тебя будет нормальная репутация. Это раз. А во-вторых, Америка такая страна, она сегодня любит, завтра нет. Мы у нее что, в подчинениях? Мы у нее на иждивении? По-моему, нет. Поэтому я думаю, что наше правительство должно самостоятельно принимать решение, что в этой ситуации делать. Вообще-то выполнять договор, на мой взгляд.